Сегодня 2 августа отмечают День воздушно-десантных войск. В честь знаковой даты десантники в Якутске навестили воспитанников детского дома «Берегиня». Дети радушно встретили представителей элиты российской армии, задавали много вопросов о службе в ВДВ. Акцию хотят сделать традиционной. Цель, допустим, нашего визита сегодняшнего в детский дом является то, что наши войска являются самыми престижными войсками, и чтобы, как сказать, поддерживать наш престиж и показывать пример подрастающему поколению, вот решили сделать такую акцию.